Это история о мечтателе и авантюристе Александре Адуеве. Роман Ивана Гончарова «Обыкновенная история» известен читателю и зрителю почти два столетия. И в 21 веке перипетии судеб всех персонажей постановки в буквальном смысле вторят проблемам 1847-го. Борьба поколений и страх перемен актуальны до сих пор. Именно так считает режиссер премьерного в молодежном театре «Алтая» спектакля Марина Шелевер. Вот эти наши золотые россыпи русской классики – это тот пласт и мысли, и культуры, который можно осваивать бесконечно, бесконечно долго, потому что все идеи, которые были исследованы в русской классической литературе, темы, идеи, они будут актуальны всегда, потому что они касаются развития, взросления и совершенствования души человека. Уверенный в себе, преисполненный желанием покорить северную столицу своим писательским талантом, Александр Адуев из села отправляется к дяде в Петербург. Здесь он также хочет отыскать вечную любовь и неизменную дружбу. Пиши ко мне! Пиши ко мне! Анна Павловна! Однако поймать синюю птицу сразу Александру не удается. Его предают любимые женщины и друзья. Но только через 5 лет юноша находит свое счастье. К 30 годам младший Адуев достиг вершин, о которых он так горячо мечтал в юности. Зарабатывать немалые деньги и, наконец-то, жениться. Впрочем, изменилась жизнь и дяди Петра Адуева. У нас вот такие персонажи, буквально вот у нас на Алтае, там, ну, да везде, где угодно, в бизнесе, в нашем бизнесе. Много таких людей, у которых есть все. Казалось бы, ну, чего, живи. А потом вдруг приходит какое-то время после 50, и мой персонаж понимает, что это отнюдь не самое главное в этой жизни. Он бросает все это к чертовой матери легко. Гончаровская «Обыкновенная история» в прочтении Марины Шелевер называется «Карьера и фортуна». Эта история актуальна не только сегодня, она вечна. Ведь кто, как и Александр Адуев, не был молод и отчасти глуп, у кого не было странной заветной мечты? Евгения Князева, Сергей Седых, новости.